Вице-премьер России Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Якутске. Полпред встретился с правительством республики и обсудил вопросы развития транспортной инфраструктуры. Трутнев отметил, что для Якутии данный вопрос особенно важен, так как это самый большой субъект страны, а также сеть автомобильных и железных дорог в регионе намного реже, чем по стране. В ходе совещания затронули и вопросы развития инфраструктуры для авиационного транспорта и завершения строительства железной дороги. С учетом того, что торг сегодня реально вырисовывается, мы пришли к выводу, что необходимо сосредоточить развитие ювелирной и гранильной промышленности с точки зрения их вовлечения в это территория опережающего развития. В этом случае у нас возможности будет. Мы как раз этот вопрос обсудили с Юрием Петровичем. Юрий Петрович практически все-таки конкретно собирается тоже поддержать нас в этом плане, поэтому, думаю, абсолютно реальный проект.